Ишбірлікчілер арасында Кенеди Волюнов ишгалчилерге бойсунған Ремзи Ильясов, Русия тарафдары олған Қырым арекеті ишгалчилер елбашшысы янында тешкілетілген Қырым татар шурасынен меморандум имзаламады деді. Оның сөздеріне көре меморандумны Қырым арекетінің ижыра шурасынан елбашшысы Тайфух Гафаров өз башына имзалаған. Ильясовның сөздеріне көре арекет азалары Гафаровқа бөле векелеттер бермеген вета бірқача эвелсі вазифесінден бошатқан. Никакого решения о подписании или неподписании соглашения с Советом Крымских Татар нами не принималось. Нами, когда я говорю, это президиумом Межрегионального общественного движения крымско-татарского народа «Крым». Все то, что происходило во время этой встречи, происходило по инициативе лично Тайфуха Гафарова. Президиум Межрегионального общественного движения провел поименное голосование по вопросу выражения недоверия руководителя исполкома и отставки Тайфуха Гафарова занимаемой должности руководителя исполкома. Бүнен бері-бері Ремзи Ильясов өз видео бейнатында сиясетнен оғырашқанларға қаршы пыс сөзлер айтмамаға ве оларыны урмет етмеге чағырды. Ләкен сөз насыл инсанлар ақында кеткеніні аңлатмады. Сиясетте чештілу шелер ола, базы заманда чиркин шелер ола, ама бір-бірімізне тек арам бір урмет етейік. Оншын, егер де біреулері сияси әрекетте қошылғандан, ич олмаса, озын күчіне бақып, озын тежрібене бақып, адымларыны япыныз. Ама башқаларға тименіз, башқалар үшін бір кесек сұр лафлар айтып отырманыз. Біз білеміз ұл группаны, ама шахсилеріні да анықламадық. Ишалла ерші белі олур. Сөз насыл группа ақында кеткені Ремзи Ильясов аңлатмады. Ишгалчилерінен ишбірлікчілер группасы ақында ма Ремзи Ильясов осыны де ишбірлікчілер группасына кірсетемі ек ма белі де кел. Июльнің соңында ишгалчилер берген вазифелеріні бежермегені үшін оны ишгалчилер парламенті елбасшысы вазифесі, елбасшы муавины вазифесінден бошаттылар. Я не думаю, что там что-то новое происходит. Это плач побитой собаки. Поэтому то, что постоянная борьба за близость, так сказать, к телу, у них не с первого дня это было, оккупации. Там только одним руководствуется. Определением близости к телу, определением своей задней пятой точки.